море удивительное, когда температура воды больше, чем температура воздуха, ну просто, ну такое наслаждение. Вот только людям хочется сказать, люди, в бархатный сезон, все в Сочи. Любят туристы и сентябрьское солнце. Под его лучами загар становится ровным. Отдыхающие на пляжах Сочи наслаждаются всеми прелестями бархатного сезона. Я сама из Норильска. Через несколько дней туда поеду, вот греюсь и запасаюсь витамином D. Ну, мне очень нравится, комфортно. Главное, не жарко. В разгаре бархатный сезон и в Анапе свободных лежаков стало больше, но на берегу все так же много желающих позагорать и искупаться в прозрачной воде. А гости Геленджика прелести осени ловят с самого рассвета. Сентябрь для многих любимое время для отпуска. Люди играют в пляжный волейбол. Погода сейчас просто замечательная. Августовская жара уже спала. Море теплое. Практически на всех пляжах летом был аншлаг. Береговая линия в Сочи напоминала кадры из кинолент 1982 года. Слов нет. Сочинские пляжи подтверждают репутацию многолюдного курорта. Репутация Сочи и в 2022-м такая же. С начала года в Олимпийской столице отдохнули более 5 миллионов туристов. Немало гостей на курортах края ожидает в бархатный сезон и зимой. На сегодняшний день мы можем с гордостью сказать, что у нас загрузка составляет 100%, причем это бывает ежемесячно. Что касается зимы, уже у нас составляет процентов более 40% загрузка. В межсезонье в Сочи будут открыты для посещения около 40 крупных туристических объектов. Но пока туристов больше всего интересует море и солнце. Шикарно отдыхается в Сочи бархатный сезон. Тепло, светло и сытно. Планируем приехать на Новый год. По прогнозам синоптиков, бархатный сезон продлится до середины октября. Дима, ты лучше! Юлия Проценко, Александр Сарачан, Виктория Шадрина, Кубань-24, Сочи.